За выходные у 47 первоуральцев подтвердили COVID-19. В субботу, 25 декабря, коронавирус выявили у 30 человек. В воскресенье, 26 декабря, у 17. Общее количество заболевших в нашем городском округе составляет 9949. В Первоуральске наградили волонтеров. Сегодня почетный знак за заслуги в волонтерской деятельности получила Наталья Дудник. Еще 12 первоуральцам вручили благодарственные письма от главы города. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать пиротехнику на новогодние праздники. Главное, на что советуют обратить внимание специалисты – на маркировку. Она должна быть на русском языке и иметь единый знак обращения на рынке, а также на целостность упаковки. Первоуральские волейболистки завоевали золото на турнире «Уральские самоцветы». Второе место у команды из Верхних Серег, третье у спортсменок из Красноуфимска.